Всем привет и добро пожаловать на канал Соколов Плей. Сегодня я бы хотел рассказать о том, во-первых, почему меня не было, затих на приличный период времени по той простой причине, что сейчас один на работе работаю, один за четверых, то есть бригадир у нас не хочет работать, хотя по сути он должен помогать, но он ленится немножко. Дальше, один на операции, другой отпуск, сессия. Поэтому, сами понимаете, работаю один за четверых. Времени особо нету, да и планы в голове все путаются. Поэтому видео и нету. Достаточно длительный период. Вот. В общем, хватит о работе, давайте предложим такой вариант. В связи с тем, что выше указано было, хочется знать ваше мнение. Какие видео и на какую тему бы вы хотели видеть? И предлагайте свои варианты. Я с удовольствием их рассмотрю, три самых топовых варианта, потом посмотрим более лучшие, так сказать. Можно не только линейку, но и другие проекты, ребят. А не обязательно онлайн, может даже одиночки. Надеюсь на ваше понимание, с вами был Дмитрий, увидимся, до следующих встреч, пока-пока.